Подарок ко Дню молодежи получили маленькие зайцы. 28 июня в микрорайоне Заинск-2 открылся молодежный центр после капитального ремонта. В 2018 году он попал в республиканскую программу капремонта молодежных центров. И это стало вторым рождением. Те объекты, которые, значит, сегодня возводятся в рамках наших президентских, так называемых, республиканских программ, они все должны способствовать тому нашему девизу, который мы огласили 5 лет назад, что будем формировать комфортные условия для жизни, для учебы, для отдыха, значит, для наших заинцев. В числе почетных гостей куратор Заинского района от правительства Республики Татарстан Фарид Ханифов. Он также поздравил маленьких жителей Заинска с праздником. На церемонии открытия были вручены благодарственные письма строителям, которые в кратчайшие сроки провели капитальный ремонт. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1300 квадратных метров. В ходе строительно-монтажных работ заменены системы водоснабжения, электроснабжения, канализация, отремонтированы кровли и фасад. Проведены отделочные работы на общую сумму 18 миллионов рублей. И на улучшение материально-технической базы из бюджета Татарстана было выделено 1 миллион рублей. За счет местного бюджета выделено финансирование на благоустройство территории в размере 2,5 миллионов рублей. Гостям показали работу объединений, которые есть в молодежном центре. Это хореографии, туристический клуб, спортивные секции, живопись, кружки по интересам. И все они сегодня объединяют сотни детей микрорайона, которые получили возможность получать дополнительное образование в здании, соответствующим всем современным требованиям. Вот сегодня мы видели очень много кружков, и там не просто дети занимаются, а интерес повышенный. Родители, старшее поколение, все вместе. Это, конечно же, очень хорошо. Хотел бы отметить очень хорошую и позитивную работу вот команды главы администрации вместе с жителями, с общественностью. Все как одна команда, вот удивительно работают родители, дети, администрация, школа, образование. На прощание почетным гостям предоставили возможность завершить работу над живописной картиной одного из уголков Заинской земли, над которой работали воспитанники из-за студии. Показывать мастер-класс гостям не потребовалось. Последние мазки сделал глава района, немало удивив мастерством. Не бойтесь разрешить. Кладите прям, не бойтесь, прям мазка. Маска, маска. Теперь можете еще он вот писался, здесь. Молодец. Вот здесь можете расписаться как раз. В Татарстане по программе «Капитальный ремонт молодежных центров и укрепление материальной базы» выделено 112 миллионов 415 тысяч рублей. Запланирован капитальный ремонт 9 зданий. Так что заинцы от республики этот подарок получили первыми. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.